Здравствуйте, уважаемые зрители канала Центр Магнитол. Сегодня у нас в установке автомобиль Kia Ceed 2011 года выпуска. В данном случае мы установили головное устройство, наше 2.1 размер, через специальную рамку для этого автомобиля. Получилось достаточно красиво, аккуратно. Что мы получили? То есть у нас здесь в данном случае USB-шки выведено бардачок, выход под сим-карту. Модель Unison 2.1, 2.32, 2 гига оперативной памяти, 32 накопительные. Кнопочки на руле подключились, функционируют. В данном случае мы камеру не ставили, такой задачи от клиента не было. Вот, но она также поддерживает переднюю и заднюю камеру. Все функции клавиш поддерживает. Достаточно быстрая, шустрая. Смотрится очень даже аккуратно. То есть вот так вот она установилась здесь. Такой внешний вид.